В мечети Экибастуза прошла благотворительная акция, в рамках которой социально уязвимым семьям города помогли продуктами питания. Организаторами стали сотрудники местной мечети, фонд «Закят» и неравнодушные жители Экибастуза. Братья Арбиевы, Елтай и Канат в этот священный месяц порадовали сразу 200 семей Экибастуза. Безусловно, всем известно, что их благотворительность не ограничивается только Рамаданом. Но сейчас особенное время. Хотелось бы поблагодарить их за добрые сердца. В продуктовом наборе 5 кг сахара, 3 кг риса, 5 кг гречки и столько же макарон. 5 литров растительного масла, чай и финики. Для многодетных семей это хорошая помощь. Мы делаем это для того, чтобы облегчить трудности малоимущих. Сейчас цены на продукты повысились, поэтому многодетным семьям приходится непросто. Каждый набор продуктов обошелся в 18 860 тенге. Общая сумма составила 3 миллиона 720 тысяч тенге. Все семьи, подавшие заявки, были проверены сотрудниками мечети. Одна из получателей – Индира Макишева. Она воспитывает 8 детей. Хотелось бы выразить благодарность организаторам акции. Пусть Всевышний примет их благие дела. Некоторым семьям продукты доставили на дом волонтеры фонда «Закят». Алимгуль Газизова тоже является матерью 8 детей. Старший сын сейчас служит в армии. Огромное спасибо за помощь. В это нелегкое время нас не оставили без внимания. Благодарю всех, кто участвовал. Подобные акции показывают, насколько неравнодушные люди живут в Экибастузе.